құрметті телекөрермен, сағат тілі 12, демек тобыл тынысы бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Алдағы 1 сағат 30 минут көлемде сіздермен бірге болатын боламыз. Сол себепті тобыл тынысы бағдарламасы қосылу болсын дегіміз келеді. Біздің әріптесер сіздер үшін тек қана қызықты дүниелерді дайындап үлгерді. Қайырлы күн, қазақ елі, добрый день, страна, добрый день, наши любимые телезрители. Я надеюсь, что все вы уже в прямом эфире. Мы с Жанарой готовы вас радовать. Посылаем вам лучики добра через призму экрана. Впереди нас, конечно же, ждет много интересного, поэтому садитесь поудобнее. Ну и, конечно же, смотрите с большим удовольствием программу «Тобыл тынысы». Себебі бүгін эфир тізгінде мен Жанар Ержанова, және мен әріптесім Анастасия Серикова. Но я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, это значит, мы ждем ваши звонки. Наш телефон 54-39-04. Звоните. У нас также есть номер WhatsApp, он указан на экране. Вы можете поздравить с днем рождения своих близких людей. Мы с большим удовольствием прочитаем ваши сообщения. Ну или просто передайте нам привет, Жанар, и мы ответим сразу вам на сообщение, в общем-то, или побеседуем с вами. Я құрметті телекөрермен, расымен дегенде айтып жатамыз, кері байланыс ол қашанда жүргізушілер үшін маңызды. Сол себепті тікелей желіде көрсетілген номерге хабарласып бізбен бірге қоңырау соқсаңыздар болады. Біз міндетті түрде әр хабарламаға жауап беретін боламыз, немесе біздің ресми сайттарымызға тіркеліп соңғы шығарылымдарды көрсеңіздер де болады. Немесе егер де шығарылымды өткізіп алсаңыздар, міндетті түрде біздің бейресми парақшаға жазылып өтіп кеткен шығарылымдарды қарап жүріңіздер. Біздің ресми сайтымыз qosinay.tv.kz, яғни әр күн сайын жаңартылып авторлық бағдарламалар көп деген түрлі материалдарын барлығын осы сайттан көре аласыздар. Да, кстати, хочу, знаешь, сказать, вышла я сегодня, значит, и не чувствуется летнего тепла. Чувствуется, что май на дворе, но еще не совсем такой глубокий май, прохладненько как-то, вроде солнышко, но такая обманчивая погода на самом деле. Вот, и я бы уже хотела 30-градусной такой жары, когда можно выйти таком в летнем сарафанчике. В общем, я каждый эфир это все жду, а жара не приходит. Вот, но предлагаю посмотреть прямо сейчас прогноз погоды, чтобы понимать. Я расмени насядь жатады, қосанайдын ауарайы қызын көнілі сияқты құбылмалы ауысатта тұрады. Мысалы, осан бір апта бұрын 30 градусқа дейін жетеді деп болжау жасалған. Дегенмен бүгін кеше әсіресе өте салқын болды. Бүгін ауарай синоптиктері қандай бізге болжам жасайды екен, неше барлығымыз бірге білейік. Внимание на экран. Құрметті телекөрермен, тобыл тынысы бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай сабақтайды. Тікелей желі номерін естеріңізге тағы да бір мәрте салып қояйық. 54-39-04, Қостанай қаласының коды 8-714-2. Міндетті түрде бізбен бірге кері байланыс жасап, өздеріңіздің құттықтау сөздеріңізді жеткізсеңіздер болады. Немесе егер де хабарласатын мүмкіндік болмаса, міндетті түрде біздің әлеуметтік желімізге өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді жеткізсеңіздер болады. Біз Настя екеуміз мына жерде барлығын оқып, сіздердің жақын жандарыңызды құттықтайтын боламыз. Да, действительно, вы можете написать нам на WhatsApp, позвонить, поздравить с днем рождения своих близких людей, передать привет и поделиться лайфхаком, да, каким-нибудь интересным советом, в конце концов, может быть, или вообще история у вас какая-нибудь из жизни есть такая вот интереснейшая. Мы с большим удовольствием с Жанарой вас послушаем, побеседуем, может быть, даже что-то тоже вам подскажем. Ну, в общем, звоните, пишите, мы очень рады и очень ждем ваши звонки. Енді Настя, әдеттегіден гөрі көбірек демалдық. Я екі күн емес, үш күн, кәдімгідей бүгін жұмысқа тұрған адамдардың көңілдері болмаған шығар, иә? Дегенмен бүгін тобыл тынысы бағдарламасының тізгіні бізде болғандықтан ерекше көңіл күйде келдім. Өзіңнің таңың қалай басталды? Как начинается мое настроение, мой день? Мой день. Слушай, ну, вообще, чтобы у меня хорошее было настроение утром, мне, конечно, важно включить с утра музыку.
музыку. Не мы не газай, там музыка, адам на кунелин кутеретн, бердем беркурсет, кеш сол сюб, ты кем ухсайда кем из. Меня танда турганки зем, где ты трудя сем, а уйнда танда ганда жюнгурем, себе кунелин позитив ты вытыл, у санты хили баланс. Да, но это еще не все, это еще не все, чтобы мое настроение было хорошим весь день. Мне еще нужно хорошо позавтракать. Это вообще обязательно. Не забыл день салка пайдала. Полезный, да, завтрак должен быть. Но не всегда. Конечно, манты тоже с утра неплохо подходят мне, если вдруг я их найду дома. Вот. Ну, и, конечно, еще один такой нюансик – это упражнение, зарядка с утра. Если ты вдруг не выспался, такой сонный ходишь, это уже точно проверено на себе. Правда, иногда, конечно же, бывает лень, но это очень, друзья, полезно, поэтому зарядка такая важная вещь в вашей жизни, если особенно с утра вы еще не проснулись. Я рассмотрю. А ты? Негізгі бүгінгі таным кәдімгідей ерте басталды. Мен негізі өзім сағат 8-ге жақын тұратын адам, бірақ бүгін әдеттегіден ерте тұрдым, кәдімгідей музыкалық үзілісімді қосып, менің бір жаман әдетім, мен таңғы ас ішпеймін. Негізі бұл жаман әдетке айналып кеткен, сол себепті де алдағы уақытта оны дұрыстаймын деген сенімдемін, үміттемін. Негізінен бүгінгі күнім бір оймен басталды. Алда әлі мамыр мерекелері келе жатыр, алда әлі 3 күндік демалыс бар, осы 4-5 күнді жұмыс істегеннен кейін қайта демаламыз деген бір ерекше көңіл-күйде оралдым. Сондықтан да біздің телекөрермендеріміз де осындай керемет көңіл-күймен жұмысқа аттанды деген үміттеміз. Енді айтып жатырсың, иә, дене жаттығуларын жаса, ол қашанымызды денсаулыққа да пайдалы, ал біздің тобыл тынысы бағдарламасында дәл осындай дене жаттығуларын жасауға көмектесетін айдар бар, иә, жұлдызбен жаттығу. Негізінен тобыл тынысы бағдарламасы адамның көңілін ғана көтеріп қоймай, әрдайым түрлі айдарлар арқылы пайдалы, былайша айтқанда, кеңестерді беруге тырысады. Мысалы, 36-да 6 айдарын алатын болсақ, бұл да кеңеске құрылған айдарлардың бірі, ал жұлдызбен жаттығу керісінше сіздердің шынығып, шымыр болуларыңызға атсалысады. Қазір ендеше осы айдарды қарасақ, мүмкін жұлдызбен жаттығу айдарын қосып, мына жерде өзіміз де бір шынығып, сергіп қалайық. То есть это следующая рубрика для тех, кто как раз-таки совсем недавно проснулся и должен сейчас взбодриться. Вот Жанара прям хорошо сказала, поэтому, друзья, сейчас для вас очень интересная спортивная такая рубрика. Если вдруг вы только проснулись, сейчас для вас будет актуально. Внимание на экран. Привет, Минтанкин Ураламс. Сәлем, көрермен, Қазспорт телеарнасында жұлдызбен жаттығу. Бүгінгі қонақтармен таныстырып өтейін. Менің сол жағымда панкреатоннан әлем чемпионы Сырым. Сырым, сәлем. Ал менің оң жағымда Азия чемпионы Ділдәш. Ділдәш, сәлем. Ал енді біз негізгі жаттығуларға көшеміз. Құрметті көрермендер, спортшылар, бүгін табата режимінде жұмыс істейміз. 30 секунд жұмыс, 5 секунд демалыс. 4 жаттығу, 3 айналым. Егер де сіздер дайын болсаңыздар, бірінші жаттығуға көшеміз. Бірінші жаттығу, орнымызда тұрып, секіреміз. Жүгіру. Қолдарымызбен жұмыс істейміз. Сырым мырза, тізеңізді сәл жоғары көтерсеңіз. Керемет. Секундамер. 5, 4, 3, 2, 1. Тағы да 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Керемет. 5 секунд демалыс. Құрметті көрермендер, спортшылар, екінші жаттығу. Отырып, жоғары секіреміз. Бастаймыз. 30 секунд жұмыс. Сәл тезірек. Отыз секунд. Құрметті көрермендер, егер де қиын болып жатса, отырып тұрамыз. Аха. Спортшылар, ары қарай жұмыс істейміз. Сәл ғана қалды. Бес, төрт, үш,
екі, бір, керемет, 5 секунд демалыс, демалып, демімізді шығарамыз. Ал енді үшінші жаттығу, планка, шынтағымызды бүгіп, оң қолымызбен жоғары көтеріліп, оң қолымызбен төмен түсеміз. Дайынбыз ба? Кеттік. Оң қолымыз. Денемізді бір қалыпта ұстаймыз. Құрметті көрермендер, егер де сізге оңай болып жатса, аяқтарымызды тік ұстаймыз. Төрт, екі, бір. Керемет, 5 секунд демалыс. Сіздер демалып жатқанда, мен келесі жаттығуды көрсетем. Қолымызды қойып, шынтағымызды бүгіп, дем шығарған кезде жоғары көтерілеміз. Бастайық. Екі, үш, төрт. Құрметті көрермендер, бізден қалыспай осы жаттығуларды орындауға тырысыңыздар. Егер де қиын болып жатса, тіземізді бүгіп, мен сияқты орындай беріңіздер. Құрметті көрермендер, сіздерге рахмет, спортшыларға рахмет. Бүгін сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Келесі жүздескенше сау болыңыздар. Все-таки не зря говорят, что спорт – это жизнь. И действительно, кто занимается спортом, тот очень бодрый, стройный и красивый. Ну, как мы с тобой, понимаешь? Я не знаю, жена қосылған айдар, раз мен өте пайдалы бол деген сенімдемі, себебі на жерде біз де жай отырмай, я кәдімгіде шынығып қолдарымыздың дене жаттығуларын жасап, кәдімгіде бір сергіп қалық, және де бізді қарап отырған телекөрермендеріміз де дәл осы айдарды пайдалана отырып, кәдімгіде дене жаттығуларын жасады деген сенімдеміз. Жанара, ты любишь заниматься спортом? Или какой у тебя спорт самый любимый? Негізінен спорт өте жақын адам емесін дегенмен, мектеп кезінде волейбол және теннис ойындарын ойнайтынмын, және де жақын арада үлкен теннисті ойнап көрдім дегенмен, бірінші рет болғандықтан өте ойнай алған жоқ. Дегенмен алдағы уақытта дәл осы спортты өзім үшін қатар алып жүрім келеді. Ал өзінше? Кстати, үлкен теннис бұл әдемі спорт. Один спорт. Я очень красиво, действительно, и вообще наблюдать даже за спортсменками и спортсменами. Мне тоже нравится большой теннис. Я знаю, что у нас в Кустанае есть теннисный корт. И, кстати, мы там иногда, бывает, играем. Вот. Прекраснейший вид спорта. Мне еще нравится фигурное катание. Я с большим удовольствием смотрю, но я сама когда-то занималась, конечно, в детстве, но недолго. Ну, а так я люблю легкий бег, легкую атлетику, это прям про меня. Поэтому, друзья, все дружно сейчас запасаемся спортивной одеждой, кроссовками, в общем-то, всякой спортивной атрибутикой. И начнем с вами к лету приводить свое тело в тонус, да, Жанара? Негізінен, Настя айтып жатырсың, ой, үлкен теннис, бұл әдемі спорт түрі, рас мен де негізінен өте бір пайдалы, және екі спортты ұштастырған спорттарын бірі деп айта аламын, себебі үлкен теннисте біріншіден жүгіруге мүмкіндік бар, екіншіден теннис ойнауға, демек, айтып жатырсың, менің сүйікті спорт түрім бұл атлетика, дегенмен, яғни, егер де осы спортпен айналысатын болсаң, екі спортты бірге қатар алып жүресің деген деп айта аламын. Негізінен, үлкен теннис ойнаған кезде біз жүгіреміз, сонымен қатар дене қолдарымызды жаттықтырып, мысалы, ракеткамен теннис шарын да ұруға мүмкіндік бар. Негізінен? Отличный выбор, слушай. Негізінен? Про атлетику не знаю. Вот я на самом деле... Ну, какая легкая атлетика, да, вот ты имеешь в виду? А, опять же, это бег. Все. А то я думала, атлетика это вот... Аур-атлетика, я сказала. Я подумала, ну вот все-таки я не воспринимаю такой, вот этот вот вид спорта, тяжелая атлетика, несмотря на то, что он сейчас популярен очень, но он, как бы, вот, на мой взгляд, для девушек нет. Нет, вот как-то они женственность свою теряют, а вот легкая атлетика – да. Ал фитнес-залдарға өзім барасың ба? Ну,
Так. Негізі енді көктем келіп қыздары арықтау қыздарының алдындағы ең бірінші мәселе бұл жазға өзінің денеңді қалыптастыру, арықтау. Негізі ондай мәселемен қатты басында қатырмайтын секілдісің, иә? Ну, сейчас все девушки, конечно, это модно. Давай начнем с того, что это модно ходить в фит-тренд. Сен расминди. Да. Ну, да, безусловно, в одно время я тоже ходила в фитнес-зал, но я поняла, что тягать железо – это не мое, потому что все-таки даже тренажеры – это тоже железо, с которым нужно заниматься, правильно распределять веса. Я когда-то зрителям рассказывала историю о том, что у меня был фитнес-тренер, к сожалению, непрофессиональный, после которого я повредила и сорвала поясницу из-за того, что тяжелые веса брала, поэтому хочу сказать, что здесь очень такой есть важный нюанс, если вы ходите в фитнес-зал, самому себе программу сложно писать, но и найти хорошего тренера тоже не так уж и легко. Здесь важно понимать, что человек будет профессионал, который будет с вами заниматься. Поэтому лучше такая легкая зарядка, это вот самое то. Яғни танды көтеріңгі көңілкеде, мысалы, Настя сияқты, егерде дене жаттығуларына басайтын болса, онда бүгінгі күніміз позитивті өтеді деп айта аламын. Расымен де, себебі танды қалай бастасақ, біздің күніміз де солай өтеді. Мысалы, кей жағдайларда көңілсіз оянған кезде, егерде тан атысымен көңілім болмайтын кезде, жұмыста да қиындықтар болады деп айта аламын. Расымен де, ал егерде күнді бір қалыпты қабылдайтын болсақ, онда жұмысымызда алға басады. Құрметті телекөрермен, тобылтынысы бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Енді эфир басталғалы әлі де қоңырау болған жоқ. Мүмкін телефон номерін жоғалтып алған шығарсыздар. 54-39-04 номері, Қостанай қаласының коды 8-714-2 міндетті түрде бізге хабарласып байланыс орнатыңыздар. Енді мысалы, біз әр бағдарламаның өзінің ерекшелігі болады, иә, особенность программы. Мысалы, біздің тобылтынысы бағдарламасының бір жақсы жағы неде деп ойлайсың, Настя? Нашей программы. Ну, я думаю, все-таки, вот моя любимая фраза, что у нас всегда самая лучшая программа. Потому что самые лучшие гости. И ведущие. Ведущие? Нет, еще самые лучшие телезрители, да. То есть у нас такая вот лучшие телезрители, лучшие гости, лучшие ведущие. Поэтому у нас такая особенная хорошая программа. Я раз менде аудитория, жүргізушілер, және біздің қонақтар кәдімгі бір тізбек секілді. Сол себепті де біздің ұжым әрдайым сіздермен бірге болу үшін барлық мүмкіндікті қарастырған. Мысалы, біз көптеген айдарларды, бізде бір ғана айдар емес, көптеген айдарлар бар, түрлі бағыттағы айдарлар, оның барлығын сіздер бағдарлама барысында көре аласыздар. Бұдан бөлек керемет музыкалық үзіліс. Мысалы, кейбір бағдарламаларда музыкалық үзіліс қойылмайды, ал тобылтынысы бағдарламасында түрлі жанрдағы өлеңдерді тыңдауға мүмкіндік бар. Және ең бастысы, біздің қонақтарымызбен керемет сұхбат, яғни Қостанай өңірінде соңғы жаңалықтардан не болып жатыр, қандай ақпаратты біздің қонақтарымыз ұсына алады, осының барлығын біздің бағдарламадан көре біле аласыздар. Ендеше енді музыкалық үзіліс деп қалдым. Бағдарламаның басында айтып қалдық. Екеуміз де күнімізді музыкалық үзілістен бастағанда жақсы көреді екенбіз. Мүмкін дәл қазір біздің көңілімізді көтеруге бір септігін тигізетін бір әуенді тыңдасақ. Да, скоро для всех наших любимых телезрителей, конечно же, будет музыка. Ну, а после мы встретим наших гостей, будем говорить об интересном и действительно важном. Поэтому вы ни в коем случае, друзья, не переключайтесь. Күлкі витамин көңіл көтерер, кейде бүлмейдау, кейбір көкілер. Күлкі шаттық қой, шыңға жетелер, күліп жүріндер, ойнап күліңдер. Күлмейсен көңіл қалатын, жаныңда мейірім табатын. Көңілсіз өтпесін өмірің, аясылмен өтсін сағатын. Күлкі витамин көңіл көтерер, кейде гүлмейді ау, кейбір көкелер. Күлкі шаттық қой,
шашу шашылар Әсіл мен көңіл тасымар Әркезде көліп жүрсеңіз Ай, көңің барқы ашылар Күлкі витамин көңіл көтерер Кейде күлмейдау, кейбір көгілер Күлкі шаттық қой, шыңға жетелер Күліп жүріндер, ойнап күліңдер Күлкі витамин көңіл көтерер Кейде күлмейдау, кейбір көгілер Күлкі шаттық қой, шыңға жетелер Күліп жүріндер Құрметті телекөрермен, тобыл тынысы бағдарламасы дәл осындай керемет әуеннен кейін өзінің жұмысын жалғастырады. 54-39-04 номері Қостанай қаласының коды 8714 міндетті түрде хабарласа, бізбен бірге кері байланыс орнатыңыздар. Да, дорогие телезрители, я тоже напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 54-39-04. Звоните. У нас также есть номер WhatsApp, он указан на экране. Вы можете написать туда сообщение, поздравить с днем рождения близких людей, передать привет, ну или что-нибудь рассказать интересное. И также у нас еще есть сайт телеканала, на котором вы можете просматривать программу в режиме онлайн или посмотреть архив, что было до этого, найти любую программу, которая вам нужно открыть ее и с большим удовольствием смотреть. Енді Насиманадан бері айтып жатырмыз. Біздің тобыл тынысы бағдарламасының маңызды бір бөлігі ол қонақтармен сұхбатқа арналады. Бүгін біздің эфирімізде кім болады екен? Кто сегодня у нас будет? Ну, слушай, я предлагаю все-таки не раскрывать эту интригу, потому что у нас, в принципе, всегда интересные гости. Я подчеркну, что сегодня у нас будут талантливые студенты. Тему не буду раскрывать до конца, чтобы вы ни в коем случае не переключались. А еще мы поговорим об одном благотворительном проекте, который тоже может быть полезным для многих мамочек. Вот, поэтому... чуточку позже вы обязательно узнаете. Все же, Нара, я не буду раскрывать секрет, договорились. Но, так сказать, намекну, что впереди интересные темы, поэтому не переключайтесь. Я расменде айтып жатамыз, бұл тобыл тынысы бағдарламасында расменде Қостанай өңірінде соңғы болып жатқан жаңалықтар талқыланады, сол қонақтармен сұхбат өрбіледі. Негізі біздің кейбір телекөрермендеріміз кәдімгідей біліп отырған шығар, қандай бағдарлама, біздің негізгі бағдарламамыз қандай бір іс-шараға бағытталатынын көбісі біліп отырған шығар, себебі біз студенттер деп қалдық, білім ордасы туралы сөз қозғадық. Дегенмен, сұхбаттың тақырыбын әлі де айтпаймыз. Насия айтып кеткенде, біздің телекөрермендерімізді күтетін бір нәрсе болуы керек. Я, құрметті телекөрермен, енді эфирдің басталғанына 25 минуттай уақыт болды. Бұл дегеніміз біздің қонақтарымыз жайғасатын кезде жетіп қалды. Бірер минуттан кейін студия қонақтары эфирімізге жайғасып, өздерінің керемет сұхбаттарын, керемет ақпараттарын, жаңалықтарын жеткізетін болады. Сол себепті жаңа ғана музыкалық үзіліс болды. Мүмкін тағы да бір музыкалық үзілістен кейін біздің қонақ студия турнир жайғасатын болады. Да, я, кстати, хочу, знаешь, дополнить, что сегодня в эфире это две девушки, значит, такая удвоенная женская энергетика в эфире, двойная порция красоты, двойная такая порция действительно позитива, поэтому, друзья, не переключайтесь, не устану это говорить, впереди вас ждет море интересных новостей, полезных советов, все, ждем вас через несколько минут. Манағана айтып жатырмын ғой, эфир басталған кезде бүгінгі біздің студиямыз бір реңкті түстерге боялып жатқандай. Мысалы, студиямызда көзге түсетін жастықтардың түсі көк және сары, және менің киген киімім де түсі ашық, және Насия кәдімгідей көк түсімен адамға бір ерекше көңіл күй беріп отыр. Сол себепті де бүгінгі біздің күніміз, бүгінгі біздің эфиріміз расымен де былайша айтқанда түрлі түсті бояуларға қанық болды деген сенімдемін, және де біздің жүргізіп жатқан бағдарламамыз да сіздерге жақсы әсер қалдырып жатыр деген сенімдеміз. Және де сіздердің көңілдеріңізді тағы да бір мәрте көтеріп қою мақсатында тағы да бір музыкалық үзілістен кейін біздің студия қонақтарымыз студиямызға жайғасатын болады. Сейчас для вас музыка, после увидимся снова. Ауыл менен қала көшкендегі біз көшіменен дала өскен жеріміз бабамыз қандай. Bala
қалмаса боламыз сондай. Қалатыңға да барған тоқтарлар, жігіттерің батыр алған көкпарлар жұмып жанардай. Жерсіңдер әлі табамай. Алматыда бар, бар жұлдыз жігіттер, Астанада бар, бар мың қыз үміткер. Деме жоқ, жоқ, олар көп, көп, таудай ірі тұлғалы. Ақтөбеде бар, бар арынды ұлдар, шын қалада бар, бар дарынды ұлдар. Деме жоқ, жоқ, олар көп, көп, Қазағының ұлдары. Сүйме басқаны сұлу қазақ қыз. Сіздер мен біздер ғажапыз. Алталаштың оңын шойынды білек, алты құрлықты да мойында түбет. Ерлік етті ғой, көктуді желбір етті ғой. Алматыда бар, бар жұлды жүгіттер, Астанада бар, бар мың қыз үміткер. Деме жоқ, жоқ, олар көп, көп, таудай ірі тұлғалы. Ақтөбеде бар, бар арынды ұлдар, Шымқалада бар, бар дарынды ұлдар. Деме жоқ, жоқ, олар көп, көп, Қазақтың ұлдары. Подошло то самое время, когда к нам пришли наши любимые гости. Но кто у нас сегодня в студии, расскажет Жанара сегодня. Мана эфирдің барысында сұраған кезде, құпияда сақтайық деп қалған еді. Кендеше біздің студия қонақтармен таныстыра өтсек. Негізі барлығымыз білеміз, мысалы, әр жылы негізгі бір білім орталарының негізгі бір іс-шаралары ұйымдастырылады. Бүгін солардың жеңімпаздары студиямызға жайғасып отыр. Бүгін біздің қонақта Анель Пимичева, Отто Люц, Қостанай өңірлік университетінің студенттері. Қош келдіңіздер, көмектесіңіз қалай? Сәлеметсіз бе? Рахмет. Спасибо большое, что позвали. Да, ну вот сразу хочется, конечно, спросить, студенческая весна, что это? Для тех, кто не знает, давайте, наверное, все-таки с этого и начнем. Ну, давайте, наверное, я расскажу. В общем, студенческая весна – это областное мероприятие, в котором участвуют вузы по всей области. Например, именно в этом мероприятии участвовало, по-моему, 7 вузов. Это Кустанайский региональный университет, студентами которого мы являемся, КИНЕУ имени Дулатова, КСТУ, Челябинский филиал Государственного университета, Рудненский индустриальный университет. Арпи, Аркалыкский. Ух ты, Аркалык даже уже. Да, Аркалык приехали за большое расстояние. Вот, 6, то есть ошибочка. А что они там делают? В общем, это большое имиджевое мероприятие. В него входят 8 конкурсов. Например, спортивные секции затрагивают волейбол, мини-футбол и баскетбол. Именно наш вуз занял по волейболу и футболу первые места, в баскетболе второе.
Потом было еще мероприятие, вот для нас новинку оно вошло, это фотокросс. То есть когда вы ездите по значимым местам нашего города, вот она чуть побольше об этом расскажет, и фоткать там в каких-то интересных позах. То есть это должно быть в первую очередь креативно, а во-вторых, быстро. Анель Расменди, осыдан бірнеше күн бұрын әлеуметтік жерлерде кәдімгідей өзінің стористарына қай жерге барды, мысалы, ғимараттың тарихымен бұл жерде қандай айтулы оқиға болды, соның барлығымен таныстырып жүрді. Неге олай таныстырып жүр десем, бұл конкурсының бір мақсаты, тапсырмасы болған кеңше толығырақ. Негізінен Жанар дұрыс айтып кетті. Иә, Инстаграм желісінде бізге осылай қайда бардық, нені қандай тарихты белгілі бір тарихи орын білдіреді сол жайында, сол мақсатта бізді үйрету мақсатында демекші. Осындай бір сайыс ұйымдастырылған еді. Сайыстың өзі бізде сағат 10-да жастар сарайының алдында үлкен ашылу салтанаты болды. Ең біріншіден сол жайында айтып кетейін. Үлкен ашылу салтанатының өзінде біз осы қатысушы вуздардың, то есть жоғары оқу орындардың визиткаларын көрдік. Демек, немен айналысады, қандай әдемі-әдемі оқушылары бар деген сияқты, студенттері бар деген сияқты жүздерін көріп таныстық. Кейін сағат 11-де осы фотокроссқа старт берілді. Фотокросста негізгі осындай бір станцияларда белгілі бір маршрутный лист дейді, оны қалай береді. Мысалға, бізде тарихи орынды жасырады, оның белгілі бір қазіргі атқаратын міндетін жазып береді, және де бұрындары қалай ашылғаны, неліктен деген сияқты осындай бір сұрақтарға жауап беретін конверттерді береді. Ол хаттарда әрине де осы локацияға жету жолын белгілейді. Біз сосын жүгіріп келесі локацияға өтеміз. Негізінен былайша айтқанда 8 локациядай болды. Біріншісі ЖД вокзалдағы, бізде теміржол вокзалындағы бірнеше локация болды. Мысалға поез дейтін, мен жақсы көретін поезді. Мысалы, онда қандай айтулы оқиғалар болды екен? Поезд дегенде 28 ақпан күні сағат 10:00-де Украина елінен бізге комсомолдар, жастар тың егеруге келген еді. Сол жайында ол осындай бір әдемі, қазіргі таңда Қазақстанның бірлігі нышаны ретінде, осындай бір үлкен ескерткіш ретінде біз оны көрсете аламыз. Кейін сосын как стена расстрела дейді, сосын музейдің жағындағы білеміз оның тарихын әрине де. Кейін художественная школа, сурет салу мектебі, оның да біраз тарихы бар. Мысалға, бұл жерде студенттерде оқыды дегенде, студенттер дегенде әскери мақсатта, медициналық мақсатта оқыды. Кейін қазіргі таңда бұл сурет салу мектебі деген сияқты. Осындай бір үлкен-үлкен қазіргі таңда маңыздылығы бар. Біздің Қостанайымыздың визитный карточка дейміз, таныстыру карточкасына айналған осындай бір әдемі ғимараттарды көрсеттік. Және де ең басты мақсат осы бір-бір объект, содан жүгіру арқылы сен тек қана осы объекттердің тарихын ғана таныстырмайсың, сонымен қатар әдемі бір креативный түрде фотоға түсуің керек. Және де ол арқылы әрине де бағаланады. Бұл фотокросстан біздің Қостанай өңірлік университеті екінші орынға ие болды. Негізінен, көп күш жұмсалды, және де әлі де осындай сайыстар көп болса, біз қуана-қуана атсалысар едік. Негізінен фотокросс деген былтыр ұйымдастырылған студенттік көктемде болған жоқ. Бұл жаңаша форматта енгізіліп отыр. Ерекшелігі. Енді студенттік көктемнің басы визиткадан басталды деп қалдым. Негізгі ерекшелік, сіздердің таныстыруларыңызда қандай ерекшелік болды? Бастан жай өзінің қандай креативті студенттер екендігін, бүкіл осындай бір өнерлерін көрсету керек. Кейін осы студенттік көктемнің басты ерекшелігі бұл бүкіл студенттердің басын біріктіру. Мысалға, барлығы достасып кетсін деген мақсатта. Енді достасып кету мақсатында біз әрине де кейін
фотокросстың алдында, осының барлығына старт берудің алдында бүкіл студенттер бірге жиналып, біз бірге бір үйдің баласындай деген әнді шырқадық. Бұл да бір символ түрде айта кететін жайт, осындай біріктіруші үлкен бір мағынаға ие әуен ретінде осылай басталып кетті. Негізі студенттік көркемге алғаш қатысуларыңыз. Біздің студент ретінде алғаш қатысуларымыз, бірақ әрине де жылда әртүрлі форматта өтетін дәстүрлі осындай біз үшін мереке дейтін студенттер үшін, студенттік өмір үшін мереке әрине де ол дәстүрлі түрде өтеді және де әртүрлі форматтарда. Керемет. Негізі колледж студенттеріне арналған бөлек іс-шаралар бар, я мысалы студенттік көктем секілді және жоғары оқу орындарының арасында бөлек ұйымдастырылады. Және бұл дәстүрге айналған жыл сайын жылдан жылға дәстүрлі форматта ұйымдастырылады. Енді фотокросс, визитка, айтып кеткендей волейбол, футболдан ұйымдастырылды және интеллектуалды ойын. Бүгін сол жайында айтатын шығарсыздар. Интеллектуалды ойын негізінен бізде университеттің негізінде студенттік парламент бар. Студенттік парламенттің ішінде ол көптеген осындай бір клубтарды біріктіреді. Енді сол клубтардың ішінде бізде Спарта дейтін үлкен интеллектуалды клуб бар. Бұрынғы жылы Қарағандыға барып келіп, үшінші орын алған осындай бір мықты-мықты балалары келетін, өте білімді, талантты балалар қосылатын ұйым ретінде біз оны көреміз. Және де ол ұйымның ішінде әрине де мен де қатысайын деп атсалысқан балалар бар. Солардан бір топ жиналып, 6 адамдай шығар, сол балалар әдемі-әдемі, түрі де әдемі, білімі де жақсы балалар, мақтайтын болсам көп әрине де қатысты. Әр жоғарғы оқу орнынан белгілі бір командалар берілген, бірақ біздің балаларымыздың айырмашылығы өздеріне айырмашылығы де ерекшелігі деп айтуға болады, басынан бастап соңына дейін өзіне бір ерекше сенімді болған балалар қатысып, біз міндетті түрде бірінші орын аламыз деп мотивацияланған балалар келіп, енді Қостанай өңірлік университетіне осылай бірінші орын алып келді. Сол үшін әрине де үлкен алғыс оларға, өте дарынды балалар. Яғни студенттік көктемнің қорытындысы бойынша сіздер жүлделі орындарға ие болдық. Бүкіл 8 номинацияның ішінде барлығын алып шықтық. Бірақ ең есімізде қалатыны, ол әрине де бірнеше күн, түндемей, күндемей дайындалған біздің визиткаларымыз, сонда бір гала-концерт болды, тағы да бір университетімізді таныстыратын кезен. Сол бізге ең есімізде қалатын сәт болайын деп тұр. Бірақ дегенмен осы 8 номинацияның ішінен барлық номинациялардан орын алып келдік. Ол творческий сол гала-концерттің ішінде бүкіл 6 жоғарғы оқу орынның ішінен 3-ші орын алып келдік. Спорттық іс-шаралардан 2 бірінші орын, 1 екінші орын, фотокросстан 2-ші орын демекші, бүкіл номинациялардан орын алып келуге тырыстық және ол мақсатымызға жеттік. Және ол мақсат орындалды. Енді творчески дейміз, сол жайында енді отта толығымен айта кететін шығар. Өйткені өзі толығымен соған қатысты. Мен де қатыстым. Дегенмен бұл баланың опыты дейміз, тәжірибесі бұндайда өте үлкен, сондықтан айта кетсе жақсы болар еді. Вопрос. Кто все-таки из вузов победил? Именно если брать общую оценку, то есть наш университет занял 4 первых места из 8. Wow. То есть первое место у нас ушло КВН. Мы его как-то отступили, о нем ничего не сказали. КВН, волейбол мы заняли первое место, интеллектуальная игра и футбол. Были какие первые места, в каких номинациях? Вот понятно, волейбол, да? Вот, мы там заняли первые места. Второе место мы заняли по танцевальному батлу, который проводился рядом с Мартом на сцене. А первое кто взял по танцевальному? Аркалыкский вуз. Молодцы. Да, было удивительно, кстати. Мы не ожидали. Шли на равных и просто по крикам толпы выявили победителя. У них мощная армия фанатов была, да? Кстати, да. Но это правда.
В этот раз у нас была миссия такая — объединить всех. И вот у организаторов. И, естественно, Аркалык для нас был прям очень хорошим открытием, очень приятным открытием, которое даже в своей визитке объединил всех нас. И они даже в творческом этапе заняли первое место. Да, кстати, вот именно на гала-концерте, то есть Аркалык прям... Вау, они выступали первые. Фанаты у них такие мощные, да, группа поддержки? Я бы не сказал, что мощные фанаты, но он просто удивил всех, и зрителей, и жюри, и танцами. Участников других. Не именно танцами, это именно относится к гала-концерту. То есть цель гала-концерта — это раскрыть свой вуз в условных 10 минутах выступления. И то есть они мало того, что раскрыли, то есть показали очень хорошее видео с отыгрышем на сцене, к тому же и показали объединение всех вузов, которые там участвовали. Момент, когда они выходят с табличками, там надписи типа вузы всех, и они как-то в конце обнимаются, то есть очень хороший показательный момент. То есть ни разу мы не пожалели, не как-то завидовали, что первое место ушло именно им на гала-концерте. Ребята вас впечатлили? Очень. Да. Мы удивились, потому что проходила студ осень, то есть они не прям сильно выделялись на ней, а именно студ весне они раскрылись. Ничего себе. Вернее, студенты күзде негізі сіздер белсенділік таныттыңыздар. Ол жақта да төрт бағыт бойынша вокал, хореография, және мисс Ару деген секілді бағыттар бойынша ұйымдастырылды. Сіздер де ол жақта жүлделі орынға ие болдыңыздар. Иә, біз ол жерде жүлделі орындарға ие болдық, бірақ кішкене сіз өзіңіз айтып өткендей, бірнеше басқа форматта өтті. Басқа сайыстар демекші. Осы жолы біз қатысқанда өте ауқымды болды. Өте ауқымды. Қай саланы таңдағың келсе, сонда қатысуға болады. Интеллектуалды өзіңнің нарындылығыңды танытқың келсе, танытасың. Спорттық шараларда белсенді болсаң, қатыса аласың. Музыка болсын, біз осы гала-концертте университетте бар бүкіл салаларды көрсетуге тырыстық. Сол жерде де өзіңді танытуға студенттердің үлкен мүмкіндік болды, және де ол мүмкіндіктерді олар іске асыра алды. Және осыдан бір қорытынды жасасақ, яғни университет басшылығы, университет тарапы студенттердің студенттік шағы белсенді әрі қызықты өтуі үшін барлық жағдайды жасап жатыр, және осындай іс-шаралар арқылы сіздер өздеріңіздің, былайша айтқанда, студенттік өмірлеріңіздің керемет шақтарын бастан кешірудесіздер. Енді сіз, Анель, сөз барысында айтып қалдыңыз, негізгі мақсат барлық студенттерді біріктіру деп. Негізі бұл іс-шараға атсалысқан жастар көп болды, және де солардың тағы да бірнешеуі біздің студиямызға келіп отыр. Дегенмен олар басқа бағытта қатысты, иә, көбінесе ұйымдастыру бағытына көңіл бөліп, басқа ойындардың, басқа сайыстардың, басқа бағыттарына қатысты. Ендеше олармен де жақынырақ танысып болайық. Мен тікелей көрермен бірер минуттан кейін біз студенттік көктемді басқа қырынан талқылап, басқа жаңашылдықтарын ашатын боламыз. Не переключайтесь. Здесь говорят о новинках кинематографа. Казахстанская комедия «Сенбе» позволит зрителю взглянуть на мир криминала изнутри. Главный герой по имени Жандос всю свою жизнь промышляет преступной деятельностью, обчищая богатых людей. После одного неудачного ограбления на героя выходит один влиятельный бизнесмен и требует вернуть ему долг. Но так как все деньги уже потрачены, Жандосу ничего не остается, кроме как пойти на самую крупную аферу. Для этого он находит несколько непутевых мошенников, которым предстоит отыгрывать роль его жены и детей. Согласно задумке, подготовленные актеры должны войти в доверие семьи олигархов, чтобы узнать, где находится сейф с драгоценностями. А дальше дело будет за малым. «Сенбе» уже можно посмотреть в кинотеатрах нашей страны. Следующий отечественный фильм – реально-нереальная история, посвященный памяти известного композитора Нурлана Каражигитова. Перенесет зрителей в романтическую и сказочную атмосферу. По сюжету продюсеры устраивают шоу талантов с целью найти достойного певца. Разочаровавшись в кандидатах, организаторы уже начинают сомневаться в своей затее, как вдруг чудесным образом попадают в советское прошлое и встречают там молодого и талантливого певца Кульбая. Всем становится ясно, что скромного парня необходимо сделать звездой. Музыкальная комедия «Реально-нереальная история» уже в прокате. Американская спортивная драма «Air. Большой прыжок» расскажет о самой успешной сделке в истории бренда Nike. Сюжет разворачивается в середине 80-х годов прошлого столетия, когда фирма обуви испытывает
испытывала финансовые трудности, связанные с падением продаж. В этот момент на сцену выходит менеджер Сони Викара с крайне рискованным, но амбициозным предложением заключить контракт с пока неизвестным баскетболистом и выпустить совместную линейку кроссовок. Многие в компании поначалу сомневаются в успехе этой коллаборации, ведь они еще не знают, на что способен молодой баскетболист с именем Майкл Джордан. Эйр, большой прыжок, уже в кино. С вами была Киномания, и помните, что кино должно радовать. Телекурермен тобылтынысы бағдырылмасы өзіміз нәрмен қарай жалғыстырады. Енді бірінші лектің жалғасы болады деп сіздерге уәде берген еді. Ендіше сол қонақтармен толығырақ таныстыра өтсек. Бүгін біздің студиямызда қонақта Айдана Қанатқызы, жастар ісі бойынша комитетінің маманы, Қостанай өңірлік университеті, және дәл осы білім ордасының студенті, білім алушысы Жадыра Бүстембаева. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңілдеріңізге қош көрдік. Енді жаңа студенттік көктемнің басын бастадық, дегенмен ең негізгі бағыттарына тоқталған жоқпыз. Бастан аяқ ұйымдастыру бойынша жүрген сіздер, яғни іс-шараның қалай өткенін өздеріңізден артық ешкім білмейді. Басына оралсақ, дайындық қалай жүзеге асты? Подготовку мы начали где-то примерно за месяц. Мы получили положение студенческой весны на русском и казахском языках, программу студенческой весны, какие мероприятия. Сразу собрали команды по спортивным видам спорта, чтобы они уже начали свои тренировки. И также у нас проходило КВН, наш внутривузовский, и было решено так, что команда, которая победит у нас в ВУЗе, пойдет представлять нас на студенческой весне. И, конечно, больше всего времени подготовки – это к гала-концерту, потому что 10-минутный номер, ну, ты не можешь выступать и петь 10 минут, или танцевать 10 минут. Поэтому мы разделили по секциям наше выступление. Также к нам присоединилась военная кафедра. Они показывали свой потрясающий номер. Показать, что КРУ – это территория гражданственности, что мы все патриоты. Ребята, которые умеют петь, выбирали сами песни, очень много проявили себя, мои студенты, скажем так. Я вообще довольна результатами и открытием. Для меня много первокурсников открылись вообще с другой стороны в этот раз. То есть вы выбирали ярких звездочек? Конечно. Отметили для себя, да, уже. Вот прям для меня новое открытие в этом году. Получается, они же только поступили, совсем еще только учились, а тут новые предложения от них, новые. Кто-то так запел, что я вообще не знала, что этот ребенок умеет петь. Тут на сцене танцевали, потрясающие танцы. Для меня открылся с новой стороны наш танцевальный коллектив «Намат». Они свой танец, их даже отметили очень, и вчера пригласили участвовать на концерте к 1 мая. Они выступали на площади вот на центре. Керемет, яғни қазіргі жастар талантты, білімді, шығармашыл, жан-жақты, және ең басы креативті, иә? Енді айтып жатырмыз, студенті көктемге дайындық бір айдан асты, түрлі бағыттарды қамтыды. Мысалы, сіздердің алдарыңыздағы қонақтар жалпы фотокросс жайында сөз қозғады, интеллектуалдық ойын жайында. Сіздер тағы толықтырарларыңыз бар ма? Толықтырсақ, яғни осында жайдарманды айтсақ, я бізде осы жылы жайдарман, яғни қазақ және орыс тілінде өтетін болатын. Жайдарман және КВН лигасы, яғни орыс лигасы. Осы жайдарманда бізде 5 команда, яғни қатысқан болатын. Ең бірінші орын, яғни біздің өзің, яғни жоғары оқу орнының орнымыздың студенттер алған болатын. Өте көңілді, сондай керемет өткен болатын. Сіз өзіңіз қатыстыңыз? Негізі жоқ, қатысқан жоқ, бірақ көрермен ретінде, қолдаушы ретінде сонда болдым. Негізі жаңа сұхбат басталмас бұрын айтып қалдыңыздар, бұл Жадыраның студенттік көктемге ең алғаш рет қатысуы. Яғни алған әсеріңіз де үлкен шығар. Әсеріңізбен бөлісе отырсаңыз. Ең ұнағаны, яғни осында бізде фотокросс өтті ғой, яғни осында 6 команда қатысқан болатын. Ең қызық нәрсесі осында бізде креативтілік. Ең басты шарты осы конкурста креативтілік болатын. Фотокроссың ең ұнаған жері сол шығар. Және фотокросс, яғни фотокросс бұл биылғы жылы енгізіліп жатқан жаңа форматтар. Иә, жаңа форматта өткен. Енді айтып жатырмыз, студенттік көктем ол жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылады. Енді Айдана ханым, сіз студенттік өмірде белсенділік танытып, енді әр жыл сайын іс-шараларға студенттерді дайындайсыз, және де өткен жылы да қалай ұйымдастырылғанын білесіз. Егер де салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, былтыр және биыл ұйымдастыру деңгейі қандай болды?
Ну вот я помню еще студенческую весну по своим студенческим годам, когда еще мы участвовали. Тогда большее внимание уделялось спортивным видам спорта, именно вот конкуренции между вузами. Нужно показать, какой вуз лучший. Вот в этом году могу отметить, что более дружественная атмосфера была именно созданная для объединения студенческой молодежи. Мы очень познакомились с КДМщиками других вузов, со студентами, со студенческими парламентами, обрели новые связи, новые знакомства, в дальнейшем нацелены только на перспективу, совместные мероприятия проводить с ними, открыли для себя также вот таланты других вузов, чему-то научились, что оказывается, можно вот так показать выступление, не только как в одном русле, но и немного по-другому. В этом году у нас еще особенно, что проводилась и студенческая весна, и до этого была студенческая осень. Вот. Но студенческая осень прошла как будто совсем в другом формате немножко была. Параларна, зюлес салап, я? Да. Бірінші бір бағыты, бір айдан кейін екінші бағыты ұйымдастырылды. Ал бұл жерде барлығы бір ерекшелігі де осы екі күн қатарынан студенттер кәдімгідей көңілді көңілкеге бөленді. Понятно. Еще такой вот вопрос. Студенческая весна – это уже, так сказать, такая традиция, которая уже сколько лет проводится? Честно, точно не могу сказать. Но еще я в 19 году закончила университет. Еще тогда она проводилась, но лет 10 уже точно есть. То есть это вот такая традиция. А вы сказали, что есть еще осенний, да, конкурс. Чем отличается он? Ну вот в этом году первый раз проводилась студенческая осень, и многие ребята были как бы... Только год начался, только первокурсники поступили, еще мы не успели их раскрыть, и сразу проводится студенческая осень, поэтому многие настаивали на том, чтобы проводилась студенческая весна именно в старом формате. Хотя формат немножко поменялся, раньше проводились на базе каждого вуза. Вуз-победитель проводил на своей, ну, на своей территории, скажем так. А в этом году проводилось по госзаказу, и, ну... Как бы получается так, что на нейтральной территории и все вузы, возможно, это и поспособствовало нашему более дружеской атмосфере и объединению между вузами. Я правильно понимаю, вы сказали, на базе победителя, то есть все равно основной победитель, который больше всех баллов набрал, или как он выбирается? Ну вот раньше, когда проводили студенческую весну, выбирали одного вуз, победитель был, и вот который набирает больше всего призовых мест, и они проводят следующую студ-весну, как бы им выпадает такая часть. В этом году, конечно, для меня мои дети, мои студенты, самые победители. Но я считаю, что мы во всех направлениях заняли призовые места. Это уже показатель. Я очень всеми горжусь и очень им благодарна. Так что для меня мои студенты победители. Және ең бастысы осы студенті күтем арқылы студенттеріңізді жаңа қырынан байқай білдіңіздер. Жадыра, өзіңіз қандай бағыттарға қатыстыңыз? Мен фотокроссқа қатысқан болатын. Сонда ең бірінші біз жеткен болатынбыз. Ең соңғы станция ол бізде Ахмет Байтұрсынның ескерткіші болатын. Сонда ұйымдастырушы болған ғой қасында. Яғни біз жеткенде мен сұрадым өзім, қандай біз бірінші әлде екінші келдік пе? Олар айтқанда ең бірінші сіздер келдіңіз. Бірақ енді олар қалай білмеймін қалай санағанда, бірақ біз екінші орын алған болатынбыз. Иә, екінші орын алған болатынбыз осы сайыстан. Бірақ негізі өте қызық, өзіме ұнады. Фотокросс дегенді негізі өзім де бірінші рет естіп тұрмын. Расымен де студенттердің барлықтарына қызықты болды деген сенімдемін. Расымен де бірлік күні қарсаңында ұйымдастырылған студенттік көктем расымен де барлық студенттердің былайша айтқанда ынтымақтастығын көрсеткен секілді. Және Айдана ханым, сіз өзіңіз айтып жатқандай, студенттердің арасында бәсекеге қабілеттілік байқалған жоқ. Яғни студенттер бір бірімен бәсекелеспеді, керісінше бір бірімен достасты деп. Иә, және іс-шараның негізгі мақсаты да осы болған шығар. Енді университет студенттерінің арасында тағы қандай жобалар тұр болашақта? Ну, у нас скоро начинается сессия, и вот перед сессией у нас планируется большое мероприятие «Топ-10 КРУ». Это наше имиджевое мероприятие, когда выбирается из всех активистов только 10 студентов, старшекурсников, могут участвовать только студенты от третьего курса и старше, которые достигли определенных высот, да, которые по спорту, по интеллектуальным играм, в организации наших мероприятий. Конечно, мы отметим ребят, которые активно принимали участие в организации и студенческой весны, и в выступлениях принимали участие.
Так что 12 мая надеемся провести топ-10 КРУ. Ну все, значит, после 12 мая мы вас ждем к нам. Я раз менее жена айтылған 10 бағыт бойынша топ үздіктері анықталып, олардың еңбектері бағаланатын болады. Раз менее студенттік өмір ең жақсы шақ деп айтып жатады. Және де осындай іс-шаралар раз менее студенттердің тек қана білімге ғана емес, сонымен қатар университетін ішінде университет қабырғасында белсенділікті арттыруға да өз септігін тигізеді. Және де жадыра осыған дейін болған Отто мен Анельде келесі жылы студенті көктемге қатысып, тағы да өздерін басқа қырынан танытады деген сенімдеміз. Расымен де осындай жаңалықтарыңызбен келіп, бізді қуантып кеткендеріңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Осыған дейін талай конкурстардың жүлдегері атандыңыздар, иә? Мысалы, Мисс Қостанай деген сонымен қатар, қателеспесем, жақын арада сіздерде институт бойынша мистар анықталды, иә? Яғни мұндай шаралар сіздердің білім ордаларыңызда көптеп ұйымдастырылады, және студенттік көктемде де бірінші, екінші, үшінші жүлделі орын алғандарыңыз сіздердің бір ұйымшылдықтарыңыздың бір белгісі деп білеміз. Егер де көрермендерге жолдар бір ізгі тілектеріңіз болатын болса, онда екінші камера сіздер үшін. Ну, я хочу пожелать, наверное, больше своим студентам сказать большое вам спасибо. И надеюсь, вы также дальше будете радовать нас и участвовать активно в таких мероприятиях, потому что они помогают вам раскрыться, показать себя с новой стороны. А всем зрителям я хочу пожелать здоровья, хороших праздников майских у нас скоро. Вот, смотрите прекрасную программу и будьте всегда здоровы. Ал мен студент тарапынан айтайын, я. Барлық студенттерге алдағы уақытта сессия келі жатыр ғой. Соларға сәттілік тілеймін, сессиялар жақсы тапсырып, барлықтар өздерін сәтті тапсырсын. Керемет, және жадыра, өзіңізге дейін біріншіден алдағы көктемгі емтихандардан сәтті сүрінбей өтуіңізге тілектеспіз. Мамандығыңызды енді жақсы бітіріп, білікті маман иесі болуыңызға тілектеспіз. Ал Диана ханым, сізге керісінше осындай белсенді студенттеріңіз, сізді қуантатын студенттеріңіз көп болсын деген бір ниетіміз бар. Құрметті телекөрермен, осымен бірінші лектің мейманымен сұхбатымыз өзінің логикалық қорытындысына келді. Дегенмен біз сіздермен қоштаспаймыз. Музыкалық үзілістен кейін міндетті түрде екінші лектің меймандарымен қайта қауышады. Ну а у нас впереди еще много интересного, поэтому ни в коем случае не переключайтесь. Сынықсыз кеткен едің
құрметті телекөрермен, дәл осындай көңіл күйде тобылтыны бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Эфир басталғалы бері ерекше бүгін бағдарламалардың бірі деп айтып жатырмыз. Және де бұған біздің келіп жеткен қонақтарымыз бір Дәлел және Настя. Бүгінгі қонақтарымыз қандай ерекшелікпен бізді таныстырады екен? Да, сегодня у нас в гостях такой добрый клуб, который называется 28 петель Кустанай. Староверова Ольга и Богачук Лариса. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, что за клуб, да, чем он занимается. Наш благотворительный клуб 28 петель занимается волонтерским движением по изготовлению шерстяной одежды для недоношенных деток, маловесных недоношенных деток. Его создание было в 2012 году. Фоторепортер Карла Нур из города Астана как-то делал репортаж в одном из отделений больницы в городе Астана. И она обратила внимание на то, что на детках одеты шерстяные шапочки, носочки. И она задалась вопросом, ну, почему и для чего это все. Стала это все как бы узнавать. И создала волонтерское движение 28 петель. Почему 28 петель? Потому что сами вот эти маленькие носочки вяжутся на 28 петельках. Можно пощупать. Очень да, хочется пожалуйста. Потрогать такие маленькие. Да. Вот. Клуб был создан 28 июля 2012 года. В том году клуб отметил десятилетие. На данный момент это уже является международный клуб. То есть уже во многих странах он есть. Это и в Азербайджане, есть и в России, и в Германии. Во всех республиках. Да, в Грузии, Украина. Ну, то есть очень много стран. 13 стран. Это где-то 150 волонтеров. Ого. Да. А вот у меня сразу возник вопрос. Вот Карла, да, вы сказали? Карла Нур, да. Да, она задалась вопросом, почему именно шерстяные вещи? Почему именно шерстяные вещи? У меня тоже возникает вопрос. Почему шерстяные вещи? Ну, во-первых, шерсть, как мы все знаем, стопроцентная шерсть, она согревает. Да. Ее микроволокна самой шерсти имеют миллион пузырьков, которые пропускают воздух. И, то есть, ребеночку одевают, когда в шапочку, носочки, в жилеточку. Ребенок согревается, и у него как теплоотдача, она остается в нем, то есть он греет. Не искусственный материал, что важно понимать, да? Да, да, искусственный материал у нас, он прям, мы его вообще не используем, да, потому что ребеночек потеет, он может вспотеть, и когда он лежит в кювете, он может получить ожог. Ого. Да. То есть, а стопроцентная шерсть, она идет гигроскопическая, то есть она впитывает, даже если ребеночек вспотел, то она впитывает в себя пот, то есть и ребеночек остается сухим. Можно я добавлю? Да. Да. Почему шерсть и почему так важно для маленьких детей, они энергозатратны, чтобы ребенок согревался от шерсти, не тратил на это энергию, и плюс почему шерсть, потому что она дает раздражение ребенку, и он не уходит в глубокий сон и не забывает дышать. Ага, для это этого. Вот особенность, да? Это вот самая главная особенность, потому что эти дети, чтобы могли самостоятельно дышать и, ну, слушайте, выхаживать как их. Как это вот помогает связано. Выхаживать именно маловесных детей. Mm. Она имеет лечебное свойство. Понятно. А, вот сразу хочется спросить, получается, вы там шьете в каком-то месте, да, вяжете в каком-то месте. У вас несколько, да, волонтеров? У нас 18 основных активных. Кустанай, да, активных, верно? Да. Ого. Но также есть у нас и, они в районах и единоразовые. А как потом вот проходит сбор? Вы же отвозите всю эту одежду, да, безвозмездно в областной роддом. Как вообще вот это вот налажена, вот эта работа? Как это детский происходит? Перинатальный центр мы отвозим. Да. Ага. Как детский... это происходит? Вот, ну, какой-то объем? Как вот вам, ну, у нас дают задачу какую-то? Девочки, нет, девочки вяжут по возможности. Каждый, ну, девочки, женщины, девушки, все вяжут дома по возможности. У кого свободное время. Опять же, вот Оля очень много игрушек вяжет крючком. Не все это умеют. Вот. Она вяжет и комплекты, и вот эти игрушки. Эти игрушки, они дают... Что-то вам напоминает вот эти спиральки?
Ну, пальчики, наверное, нет. Это связано с пуповиной мамы. И вот когда ребеночек лежит, там держится, да, это как символично за пуповину мамы. И он легче переносится. Смотрите, дорогие телезрители. Вот. Эти все игрушки, комфортеры называются, они вот именно дают такой эффект при выхаживании детей. Опять же, это помощь. Деткам. Да, помощь. Ребеночек за счет этого успокаивается. Да. Прежде чем ему дадут эту игрушку, ассоциация. Мама носит где-то часа два, наверное, да, на себе. Можно даже ее как бы и молоком там как запах. Бы вот, сбрызнуть, да, чтобы запах мамы был. И когда ребеночек начинает суетиться, потому что он, ну, во-первых, пришел раньше срока, да, в наш мир, и есть неспокойные детки, беспокоятся. И чтобы дитё успокоилось, мы их еще ласково называем торопышками, вот чтобы малыш успокоился, ему в ручку вкладывают вот эту спиральку. И это идет имитация пуповины мамы. Ребеночек успокаивается. Ух ты. А вот смотрите, откуда вы берете шерсть? Это правильно, шерсть? Да, да? Да. Откуда вы ее берете? Потому что я так понимаю, что это ведь все за ваш счет. Вы же сами делаете, да? Или как-то все-таки приносят люди, где ее брать? Или кто-то, может, захочет вам помочь? Ну, шерсти закупаются общими сборами, мы собираем средства и делаются закупки в России, потому что это дешевле. Опять же, есть... Помощь идет от тех, кто хочет, помогают нам в сборе средств. А как они могут вам помочь? Вот мне охота услышать. Ну, перечисляют деньги. В смысле, где-то вот можно найти эту информацию? Там у вас в Инстаграме? Да, да, у нас есть Инстаграм. То есть можно не только перечислением денег, можно и купить три моточка. Да, можно вот привезти вам шерсть. Да, нам можно привезти натуральную шерсть. Вот достаточно три моточка на один вот комплект. Либо хлопок вот на игрушке. Скажите свой Инстаграм, вдруг кто-то захочет привезти вам шерсть. 28 петель Кустанай. Клуб 28 петель Кустанай. Так и называется. Да, в Инстаграме. Это для тех, дорогие телезрители, кто очень хочет помочь, может действительно привезти несколько клубочков шерсти и помочь недоношенным деткам. Так, ну и вот, конечно также же... Также у нас вот еще, я можно скажу, есть хлопок стопроцентный. А, и тоже на нем можно делать тоже, игрушки? Да, да, мы вяжем из стопроцентного хлопка игрушки, комфортеры. Ага. Получается, что вы вяжете? Одежду. Да. Игрушки. А вот это такое большое, это что можно? Ну, так... Нет, вот это вот желтый. Плед. Это пледик. Там, да, комплект. Такой большой, мягонький, приятненький, тепленький, самое главное. А он длинный, да, такой большой? Ага, здесь... Вот это заворачивают деток. Так, такая вот красота, смотрите. Почему именно носочки, шапочка и жилеточка? Ну, в первую очередь, наверное, это шапочка и носочки, потому что у деток идет потеря тепла, 50% потери тепла идет вот за счет конечностей. Это голова, и очень много у нас нервных окончаний на ушках у деток. Ага. Ну, то есть поэтому это у каждого человека. Именно. Да. То есть это как бы и согревание идет, и микромассаж идет. Слушайте, такая красивая вот жилеточка, она еще с таким узором. Я вот все-таки хочу нашим телезрителям еще раз показать. Смотрите, какие красивые узоры. Это такая кропотливая работа, действительно огромный труд. Вот. Мало того, что теплая, так еще и красивая. С любовью. С любовью сделана, да. Такая вот красота. Любовь в каждой петельке. Заметно, это заметно. Вообще очень красиво. Получается, значит, одежда, вот эти вот пледики, да, можно сказать, покрывальца, и игрушки. Все из шерсти и из хлопка. Да. Из хлопка можно только игрушки делать. Да. Угу, понятно. А в каком количестве в среднем вы делаете? Есть какое-то определенное количество? Или все-таки сколько получается, столько и делали? Ну, каждый вяжет по возможности. Вообще у нас есть в клубе, знаете, одно правило такое вот. Я его лично сама использую, это правило. Оно очень дисциплинирует. Оно называется, ну, как суть этого правила, да, не в ущерб своим финансовым возможностям, не в ущерб своему времени и не в ущерб своей семье.
То есть это такое хобби? Это хобби, да. Благотворительное хобби. Благотворительное хобби. И когда ты хочешь помочь, да, ребеночку, ты стараешься что-то сделать дома, да, чтобы вот, ну, твоя семья была накормлена, напоена, чтобы дома был порядок. Ну, то есть все было сделано. И ты садишься, и вот прям вот такое желание, вожделение вязать. И когда есть поддержка большая от семьи, хочется вдвойне больше вязать. И когда ты осознаешь, что вот одним вот таким комплектом ты спасешь жизнь маленькому человеку, торопышке, знаете, ну, это, наверное, выше всех похвал, выше всех благ. А вы какие-нибудь истории отслеживали, вот деток, чьи жизни вы спасли, вот знаете, может быть, там... Или нет, все, отдали комплекты, и дальше уже не знаете истории. Или были такие истории, которые там потом, не знаю, может быть, с вами связывались, благодарили вас, там такое было? Ну, я могу сказать, у нас еще есть Международный день недоношенного ребенка. И по-другому он называется День белых лепестков. 17 ноября. Угу. И вот в перинатальном центре проводят встречи в этот день. Приходят наши тоже волонтеры, мамочки с детьми, которые на данный момент там находятся. Кто-то уже второй раз приходит со своим ребенком. Вот такое тоже есть, у кого второй торопышка в семье. Люди делятся своими историями. Очень даже это все это на наших глазах. И также мы видим, кому мы комплекты эти дарим. Видим все. Есть много случаев. Но... У нас есть обратная связь, нам присылают. Да, мне кажется, это важно, да. Обратная связь. В группу нам присылают фотографии. Но у нас вот есть, да, определенный человек, который этим занимается, кому это все присылают. Потом наша группа в WhatsApp нам это все шлет. Вы знаете, когда ты видишь фотографии этих малышей, ну, это очень приятно. Трогательно. Это очень трогательно, да. То есть это вот, знаете, даже, наверное, не описать словами, как это радостно. Да, переживаешь за каждого, да, ребеночка. Также нам некоторые мамы, кто-то шерсть покупает, кто-то денежку пересылает, да. Потом мы покупаем на эти деньги пряжу. То есть то, что нам нужно, хлопок, шерсть. Ну, в основном, конечно, шерсть идет в большом количестве. Угу. Вот. В первую очередь. Ну, мы через несколько минут продолжим беседу. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Увидимся через несколько минут. 36,6. Рубрика, рассказывающая о том, как чувствовать себя здоровее. Люди, которые давно занимаются физическими нагрузками, знают, как важна растяжка до и после тренировки. Она несет несомненную пользу для всего организма, но обо всем по порядку. Улучшает мышечный кровоток. Польза растяжки заключается в том, что при выполнении упражнений и некоторое время после них ткани получают активный прилив крови, благодаря чему улучшаются силовые показатели. Сигнал о травмах. Растяжка несет пользу для предупреждения травмирования не только мышечной ткани, но и суставов и связок. Подготовленный связочный аппарат после грамотно выполненных упражнений будет настроен на дальнейшую работу. Самые главные плюсы растяжки перед и после тренировки. Мышцы становятся более эластичными, человек получает прилив сил и энергии. Мышечная ткань быстрее восстанавливается, а также снижается нагрузка на сердце. На сегодня это все. С вами была рубрика 36,6. С нами не заболейте. Друзья, ну а мы с вами продолжаем говорить о добрых делах. И хочется спросить, откуда у вас это благодарственное письмо? Да, в этом году мы подавали заявку на участие в конкурсе «Караван доброты». Угу. Вот, участвовали. И нас вот наградили благодарственным письмом 21 апреля. Нам вручили его в номинации «Мейрем Жолдына». Угу. Вот. Это благодарственное письмо от ассоциации, от ассамблеи деловых женщин Казахстана. Вот. Нам вот вручили его. Замечательно. То есть вас все-таки отметили, да, ваш, да, вклад, вот, да, в такую помощь деткам. Угу. Я знаю, что у вас очень много, кроме того, что волонтеров, кто-то чем-то еще задействован. Кто у вас ведет Инстаграм и так далее? У нас есть Инстаграм, группа наша в Инстаграме 28 петель и в Одноклассниках. Эту работу ведет Людмила Суханова, она является администратором нашего клуба. Очень большую работу она ведет, статистику ведет. Непосредственно в клуб я пришла к ней, обратилась, вот, меня тоже
2018 году Людмила направляла все мои действия, все мои работы, проверялись, как вяжется правильно, неправильно, все вопросы, все, что интересовало. Но это все обсуждается, конечно, в группе. Она очень-очень кропотлива и, ну, всю работу направляет практически она. Ну, жалко, что она не могла присутствовать. Вот. Много таких людей, кто ведет активную работу в клубе, но на данный момент получилось нам приехать. Она является основателем нашего клуба. Угу. А, наш клуб создан 4 августа 2016 года. То есть в этом году мы отметим 7 лет нашего клуба. Как-то будете отмечать? Как-то можно к вам прийти, не знаю, с пряжей, например, шерстью? Ну, это надо с Людмилой, наверное, да? Да, это мы потом уже с Людмилой обговорим, но мы думаем, что, конечно, можно. А вы делаете какие-нибудь еще акции, кроме того, что вот, опять же, да, вы говорили, Международный день, да, недоношенных деток есть, и еще какие-нибудь дополнительные акции проводите, чтобы люди больше о вас знали, ну, больше помогали? Так, если мне память не изменяет, 3 года назад до пандемии мы участвовали в городской ярмарке, была, проводилась, у нас была палатка, кстати, вот этот... рамка вот эта висела, мы выставляли свои работы. Но почему-то люди думали, что это мы вяжем для кукол. А когда останавливались, мы рассказывали, что это комплекты для маловесных детей, что это мы так помогаем выхаживанию детей. Ну, информацию давали людям, кто подходил. Получается, люди не особо понимают, не да, понимают. Что детки рождаются такие маленькие. Хотя вот стоял баннер, растяжка, была информация, кто мы, что мы. Люди видят вот эту красоту и обращают внимание, ну, первым делом на это. А потом уже получают информацию, да, кто-то заинтересовался, кто-то пришел, кто-то говорит, у меня сын вяжет. И я говорю, ну, пожалуйста, к нам в клуб, не в том, в другом городе. Я говорю, ну, у нас сейчас по всему Казахстану эти клубы не то. А вы как-то вот контактируете между собой, вы говорите, что в других городах общаетесь как-то или нет? Ну, кто хочет, общается, они же у всех страницы есть. Ага. Страницы везде есть, в Инстаграме все, кто, Астана, Караганда. Ага, то есть во всех городах сейчас Казахстана есть такой? Практически город? Везде. Практически, да, везде у нас... в Казахстане. Очень многие задают вопрос еще, знаете, ну, когда ты начинаешь рассказывать о клубе, да, чем занимаешься в клубе, и очень многие задают вопрос, а что у этих детей нет родителей? Mm-hmm. Нет, есть у этих деток, есть родители, у них полноценные семьи, у них есть мамы, папы. Но в тот момент, когда рождается недоношенный ребенок, и когда он лежит в реанимации, ну, сами понимаете, да, состояние мамы, каково у нее, то есть она переживает за ребенка. И мы, волонтеры, помогаем своей вот красочной, яркой одеждой. Во-первых, когда мама видит, что ребеночек ее одет в красивую, яркую одежду, то есть у нее уже поднимается настроение. Вот. Ну и плюс ее полезные свойства помогают ребеночку, торопышке, ну, чтобы он жил. Хочу добавить, просто не в каждой семье есть даже родственник, который умеет вязать. Ага. Люди к этому не готовы, что ребенок придет раньше срока. А тут, видите, психологически еще поддержка для мамы идет. Ну, все равно заботятся о малышах. Это очень большой плюс к выхаживанию для деток. Врачам-неонатологам они прям благодарны за это. А в ближайшее время будут ли у вас какие-нибудь там проекты, еще что-нибудь такое вот, куда бы могли, например, прийти желающие, опять же, вам помочь, или какие-нибудь акции, что-нибудь интересное? Что-то, ну, планируете? Если у нас это будет, то мы сообщим. В Инстаграме, если что, да? Ну, в Инстаграме, да, мы можем с вами связаться, если вы нам поможете. Обязательно. Да, через средства массовой информации. Клуб 28 петель, да, Инстаграм, да, для тех, кто желает помочь. Знаете, у нас есть такая добрая традиция, мы всегда говорим пожелания нашим телезрителям, глядя вот в эту камеру, и от вас что-нибудь тоже хочется услышать, такое теплое, ну, уже точно душевное и доброе. Ну, мне бы хотелось, во-первых, пожелать всем семьям крепкого здоровья, чтобы как можно было меньше болеющих. Хочется пожелать благополучия, радости, мира, добра всем семьям, каждому дому. Спасибо. Ну, я присоединяюсь к добрым пожеланиям. Всем, конечно, хочется пожелать благополучия, здоровья. Самое главное, чтобы детки рождались в срок,
Но мы свою работу будем продолжать с любовью, с заботой о таких малышах, которые торопятся появиться на свет. У меня вот еще один вопрос возник. Вы сказали, что шерсть закупаете в России. Да, если получается, да, закупки. А как происходит транспортировка? Вы где-то на сайте заказываете, да? Вот как это очень важный вопрос, на самом деле. Действительно, из материала хорошего нужно шить, вязать. Мне все кажется, шить. Ну, у нас закупками занимается Саида. Она на данный момент да. Она родила второго ребенка. Сейчас у нее маленький еще мальчик, второй. Ух ты. Она очень активная такая была всегда. Ей не мешала ни первая беременность заниматься этим проектом, ни вторая, ни дети. Она везде участвует, собирает сбор, проводит закуп, доставка. Она такая, она и привезет, и увезет, все сделает. Это прям энерджайзер клуба. Ух ты, это у нас основание, да, клуба же у нас? Да. Ну, у нас есть активные люди, просто на данный момент в силу обстоятельств не смогли прийти на эфир. А вы вот сами вяжете с детства, наверное, да, или с юности? Откуда такая любовь? Я с детства, да. Откуда такая любовь к вязанию? Ну, вообще у меня больше я люблю крючок. То есть вот мои атрибуты здесь – крючок, ну, в общем. Красота. Да, это все нужные, необходимые наши предметы. Я больше владею крючком. Почему вот я и взялась вязать игрушки? Игрушки. Да. Вот, мне это более по духу. Но я и владею также спицами. Вот. Ну, больше у меня, конечно, крючок. Начала я, конечно, как обычно, как все девочки, с салфеток, с воротничков. В школе, я уже даже не помню, в каком это было классе. Всю свою жизнь, да? То есть да. Так, с юности вы, да, вяжете? Да. А вы? Ну, в 6 классе меня мама научила вязать спицами. Вот. Я вяжу спицами и получаю очень большое колоссальное удовлетворение от этого. А есть такое состояние умиротворения, да, наверное? Я прям да. Кайфую, наверное, можно сказать. По-другому никак. Поэтому в клуб я пришла от того, что, ну вот, мне нравится сам процесс вязания. А дома ж ты не будешь просто так что-то вязать и складывать. Ну да. А вот в этом я вижу, что я приношу пользу. И самое главное, вот что это меня вообще ну никак не напрягает, а наоборот, доставляет удовольствие. То есть у вас такое хобби, да, удовольствие, да, и еще и благотворительное. Да, да. Вы знаете, я вас хочу поблагодарить за то, что вы сегодня пришли к нам на эфир, да. Ну, все-таки действительно вы делаете такое большое дело. Крепкого вам здоровья, спасибо, и вот семейного благополучия, и больше спасенных жизней. Спасибо. Я Расмине Насте. Мынандай кейде қоғамда болып жатады ғой, біреудің мінін тере, біреудің қателігін іздеп жамандығын бетіне басып жатамыз дегенмен, осындайда тек қана жақсылық жасап жарысайық дегім келеді. Құрметті телекөрермен, егер де араларыңызда дәл осындай тоқыманы жанына серік еткен, егер де осындай қызығушылығы болатын жандар болатын болса, міндетті түрде өздеріңіздің қызығушылықтарыңыз арқылы біреудің, әсіресе кішкентай бүлдіршін балаға пайдасын тигізуге мүмкіндік бар. Және де құрметті қонақтарымызға расымен де алғысымызды білдіргіміз келеді. Мына жерде отырып кәдімгідей мен былай тоқи алмаймын дегенмен, болашақта үйреніп кетуге деген қызығушылығым пайда болды дегім келеді. Сол себепті сіздерге үлкен мың алғыс. Осындай бір керемет қонақтарымыз арқылы құрметті телекөрермендердің жүректерін жылыттық деген сенімдеміз. Өкінішке орай эфиріміз соңына таяп қалды. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Ну и, как я люблю говорить, спешите делать добрые дела. Друзья, ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Сау болыңыздар. Я бы сіздерме қоштаспаймыз. Тек қана келесі кездескенше дейміз. Yeah.
жаса. Казахстан даусы жасасын, жастардың бағын ашатын. Жарыстырған Қазақстан даусы.